Парад дрессуры и экзотики. Так шоу легендарного цирка Юрия Никулина характеризуют артисты. И действительно, зрителей ждет почти 3 часа удивительного зрелища. Яркого, сочного, динамичного. Красивые костюмы, сложные трюки. Равнодушным никто не останется. Нам очень понравилось. Сегодня увидели первый раз вообще в жизни, наверное, мотоциклетное представление мотоциклистов-каскадеров. Двух женщин и молодого человека. Они настолько смелые, храбрые, и вообще мы прям вообще вышли и не можем даже подобрать слова, насколько понравилось. Ребенок сидел и не понимал, что вообще происходит. Кто в шаре, кто летает, что это за огонечки. И так, в общем, интересно, приглашаем всех. Милана, что тебе понравилось? Так там тетя выступала. А что она делала? На кольце выступала. А. Потому что она там кровыкала, что еще угодно делает. Мне больше всего понравилось представление с собачками. Они такие милые. Да, я люблю цирк. И мне хотелось бы здесь видеть больше экзотики, всяких это трюков. Пожалуй, самый яркий номер представляют мотокаскадеры с трюком «Шар смелости». Кажется, что двигаясь по закрытой и такой небольшой конструкции, они нарушают все законы физики. Каскадеры признаются, что каждый раз выходить на сцену очень страшно. Номер опасный и требует максимальной концентрации. Ну, сложность и опасность. Высокая скорость, металл повсюду, потом количество людей в шаре. Репетируем, конечно, годами, да. Для того, чтобы выйти на манеж, нужно репетировать несколько лет. И вот до нашего уровня тоже я 6 лет, например, репетировал девушке, вот сейчас по 3 уже года. Любителям шоу с животными здесь тоже понравится. Можно встретить огромных питонов, резвых зебр, забавных маленьких собачек и номера с игривыми обезьянками. Они понимают прекрасно, что когда зритель, когда представление идет, никто их не наругает, никто не прикрикнет, никто не отберет ничего, поэтому они безобразничают по полной программе. На репетиции они гораздо более дисциплинированы и, как говорят вот дрессировщики, делают как часики. Вот они делают как часики все. Ну, а когда народ в зале, тут нужно глазки построить кому-нибудь. Вот, да, униформиста где-нибудь в проходе выглянуть, там уши построить, попугать, там, ну, в общем, пообщаться с народом. Это вот. В нашем городе столичные гастролеры задержатся до середины октября. Увидеть все чудеса можно по субботам и воскресеньям. Спешите за билетами. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ, Иваново.